66 участников и свыше 28 тысяч голосов. Конкурс, который ежегодно проводят сотрудники Ленинской администрации района, знают и любят многие. Победители определяли, как всегда, в разных номинациях. Лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия и прилегающей территории, по мнению голосовавших брещан, было у открытого акционерного общества «Брестский мясокомбинат». Это вообще является, скажем, в плане общей концепции развития Брестского мясокомбината. Само производство, оно сегодня является достаточно масштабным, и мы являемся, в принципе, лидерами сегодня не только в себя в области, но и в республике по объему производства, по финансовым показателям. Поэтому, конечно, недостаточно иметь только одну сторону производственную. Конечно же, необходимо развивать и культуру производства, и культуру помещений, где мы работаем, и культуру территории. И вообще у нас стало традицией создавать людям хорошее настроение. Также в этой номинации отличились брестские тепловые сети, брестское мороженое и Брест-газоаппарат. Не остался незамеченным коллектив Брест-водоканала, городское котельное хозяйство, а также парк культуры и отдыха. Среди учреждений образования лучше была признана гимназия номер один, обогнав Брестский областной театр кукол и лечебно-консультативную поликлинику. Среди учреждений бюджетной сферы одержала победу городская детская поликлиника номер один. Ее сотрудники принимают участие в конкурсе ежегодно, выигрывая четвертый раз подряд. Наша поликлиника детская, сюда идут детки, в поликлинику идут неохотно, а здесь елочка сразу в холле, сразу все светится, они совершенно другие. И я вам хочу сказать, что оформление, как это любое коллективное дело, это очередное сплочение коллектива. Надо признать, в Новый год тысячелетний Брест сиял во всей красе. И это заслуга многих городских властей, сотрудников жилищно-коммунального хозяйства, объектов торговли, общественного питания, предприятий сферы услуг, банков, транспорта. Словом, всех неравнодушных к облику родного города жителей. Будем делать все возможное, чтобы и в будущем люди эти участвовали. Потому что даже маленькое поощрение, даже упоминание об этом, это уже как то, что заметили человека. А, конечно, когда вручат диплом, и пускай там небольшая сумма, всего лишь 5 базовых величин, но это уже повод для того, чтобы в следующем году сделать еще лучше. Виктория Нечаева, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буг-ТВ».